Добрый день, уважаемые гости! Ежегодно 19 марта в нашей стране отмечается замечательный праздник – День моряка-подводника. Это профессиональный праздник мужественных, стойких военнослужащих и гражданского персонала подводных сил военно-морского флота Российской Федерации. Дата торжественного события связана с днем, когда указом императора Николая II в 1906 году классификация судов военного флота была пополнена новым разрядом кораблей – подводными лодками. Все поколения подводников были и остаются патриотами подводного флота, патриотами Отечества. И те подводники, кто осваивал дельфины, барсы, касатки и участвовал в Первой мировой войне – и те, кто в годы Великой Отечественной громил вражеские конвои. И, конечно же, наши современники, кто строил и учил плавать советский атомный ракетно-ядерный подводный флот, а также кто осваивал полярные глубины и океанские просторы. В нашем зале сегодня присутствуют почетные гости. Капитан первого ранга, подводник, председатель Совета старшин Курганского морского собрания Юрий Павлович Горковенко. Капитан второго ранга, Тихоокеанский флот, морские части пограничных войск, член Совета старшин Курганского морского собрания Азат Гибатович Шарипов. Старший мичман, член Совета старшин Курганского морского собрания, участник многих боевых походов на атомных подводных лодках Тихоокеанского флота Василий Иванович Черныш. Старшина первой статьи, помощник председателя Совета старшин Курганского морского собрания, подводник Тихоокеанского флота Андрей Александрович Кирьянов. Главный старшина, член Совета старшин Курганского морского собрания, моряк-подводник Тихоокеанского флота, участник боевых походов на атомных подводных лодках Валерий Андреевич Пудовиков. Старшина первой статьи, моряк, подводник Тихоокеанского флота Владимир Николаевич Микушин. Учитель Долговской школы Куртамышского района, автор книги о моряках-подводниках Ольга Юрьевна Карлыкова. Также в качестве приглашенных гостей в зале присутствуют дети войны, председатели первичных ветеранских организаций округа, члены Президиума Совета ветеранов округа, победители муниципального конкурса среди первичных ветеранских организаций «Мой сад и двор души отрада» и многие другие. Слово для открытия торжественного мероприятия предоставляется исполняющему обязанности главы Целинного муниципального округа Петру Ивановичу Скоробогатову. Слово предоставляется заместителю главы Целинного муниципального округа Елене Вячеславовне Гариповой. У Петра Ивановича не получилось подойти. Вот в данное время у него идет совещание с областью в формате ВКС, поэтому он приносит свои извинения. И уважаемые земляки, дорогие гости, поздравляем вас Днем моряка-подводника. Значит, созданный 117 лет назад подводный флот России стал мощной силой и сегодня является значимой составляющей триады стратегических ядерных сил Российской Федерации. В нашем округе в данный момент проживает около 100 ветеранов подводного флота, которые в разное время отслужили на подводных лодках. Поэтому поздравляю вас с праздником, здоровья вам, дорогие друзья, успехов и благополучия. Thank you.
Уважаемые гости, с приветственным словом к вам обращается наш земляк, мичман Тихоокеанского флота, член Совета Курганского морского собрания Николай Николаевич Крылов. Праздником. Дай Бог вам всем 7 футов под килем и удачи. Ну, немного о себе. Я служил на Тихоокеанском флоте, на атомных подводных лодках. Учился на второе поколение на стратегии. Но здесь повернул по-другому. Попал я служить на первое поколение. Счет 58-й проект. Это просто в народе их называли Хиросима. Лодки были старые, отходленные. Горели, тонули, ну приходили. Командир был у нас удачный. Капитан второго ранга Меркулов Сергей Викторович. Спасибо ему, что мы все дома. После списания первой лодки служил на втором поколении проекта «Арте», счет 71-й. На первой лодке я служил старшиной команды спецстрёмных, реакторный отсек, кто знает, атомные подводные лодки. На второй лодке я служил уже Киповцем КИПГУ, тоже главной энергоустановки и реакторной отсеки. Вот моя служба на флоте. Всем удачи и доброго дня. Слово предоставляется почетному гостю, капитану первого ранга, председателю Совета старшин Курганского морского собрания Юрию Павловичу Горковенко. Рад приветствовать жителей Целинного района, которые выделили время для того, чтобы встретиться с нами по этому знаменательному случаю. День моряка-подводника. Коротко тоже о себе. Родился в простой рабочей семье в Забайкалье, в глухом поселке, где можно было добраться только летом верховыми лошадями, а зимой на санях, на лошадях. Всем, наверное, ветеранам это знакомо. Вот, окончил там среднюю школу, интернат, работал в геологических экспедициях. Летом, начиная с 7 класса каждое лето. Затем поступил в институт в Москву, из Москвы призвался в вооруженные силы, служил на Украине в Белой Церкви, оттуда поступил в высшее военно-морское училище радиоэлектроники, которое закончил и начал службу на Тихоокеанском флоте. После училища окончил академию и продолжал службу. Служил на разного класса кораблях, в том числе на атомных подводных лодках. Ну и завершающие годы службы прошли в Комсомольске на Амуре, где был второй по мощности завод, строящий атомные подводные лодки. К сожалению, завод есть, но уже с 28 тысяч работающих осталось только 3 тысячи. И лодки он уже не строит.
Но, тем не менее, Северодвинский завод у нас продолжает действовать, активно строят корабли современные. В советское время у нас строили подводные лодки 4 завода, сейчас остался вот Северодвинский один, который именно это. Ну и, к сожалению, указки нет, хотел кортика сказать, кортика пальцем только показать. Кортиком. Я просто хочу сказать, что я по ходу службы работал и в Атлантическом, и в Индийском, и в Тихом океане, и в Северном Ледовитом. Наши подводные лодки несли, я не говорю несут, сейчас это секрет, а когда несли боевое дежурство, вот Саргассово море, Индийский океан, здесь вот даже вот Красное море, вот здесь недалеко, остров Сокота была, да, остров Сокота, наверное, знает моряки, вот. Ну там у нас лодки всплывали, заправлялись с танкеров водой, топливом и уходили опять, всплывали обычно ночью. Ну и Тихий океан, естественно, здесь большой ареал, с Камчатки, из бухты Павловского, вот, где, которая не родная, лодки уходили и к Гавайским островам, и к побережью Соединенных Штатов. Ну, за время службы на заводе, я руководил военной приемкой, сам лично участвовал в испытаниях 12 атомных подводных кораблей и благополучно сдали их флоту. К сожалению, здесь вот присутствует Азат Кибатович Шарипов, его брат родной. Он тоже капитан третьего ранга, моряк-подводник, и мы с ним соприкасались на Тихоокеанском флоте. Он с нашего завода получал последние новейшие корабли «Барсы» и переводил их на Камчатку. Вот, в настоящее время живу в Кургане, избрали меня председателем совета старшин Курганского морского собрания. Должен сказать, что в Курганской области очень много, мне на удивление, оказалось моряков-подводников. И вообще моряков у нас насчитывается, ветеранов, больше 3500 по области. Это только то, что учтено в военкоматах, и то, что мне могли дать списки. Но фактически, наверное, еще столько же неучтенных. Потому что надо сказать, что вот многие ветераны, с нами приехал Микушин Владимир Андреевич, который уже не числится в военкомате нигде. И военкоматовские работники, к сожалению, не знают. Вот. Поэтому этот учет и эту всю работу с ветеранами ведем. Все, спасибо за внимание. Слово предоставляется капитану второго ранга, члену Совета старшин Курганского морского собрания Азату Гибатовичу Шарипову. Не был. Я лет 20 назад, раза три, к вам в район приезжал по профориентационной работе, потому что 28 лет, после увольнения в запас, я проработал в Курганской сельхозакадемии. Вот, и кафедру, которую я возглавлял, курировал Селинный район. И по профориентационной работе я по линии центра занятости тут у вас бывал раза три. Перед школьником выступал. И многие ваши дети прошли через нас, получили образование. Ну, тоже о себе. Ну, я
местный, можно сказать, курганский. Родом я из Саркульского района. Ну, в детстве старшее поколение знает, наверное. Многие хотели стать военными. И у меня тоже такое желание появилось. И решил посвятить свою службу морю. Закончил в Владивостоке, Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Учился на подводника, выпускную работу делал по лодкам. Стажировку проходил на атомных лодках на Камчатке, во второй флотилии атомных подводных лодок. Но судьба развилась так, что на пятом курсе я был отобран органами Комитета государственной безопасности, морские части, пограничных войск. Наверное, не все знают, есть такие войска, которые охраняют морские рубежи. Если подойти к карте, вот видите, карта нашей страны. Если посмотреть, то морские рубежи составляют значительную часть, чем сухопутные, да? В том числе здесь еще по реке Амур проходит границы, по реке Уссури. В советское время здесь еще проходило, когда афганские события были, по реке Амударья. Вот эти все рубежи охраняют моряки-пограничники. Охраняет два рубежа. Первый – это государственную границу, которая составляет 12 морских миль от линии наибольшего отлива на море, откладывается. Это составляется государственная граница. Есть еще экономическая зона, которая тоже определяется от точки наибольшего отлива на 200 морских миль. И вот охрана этих водных просторов возложена на моряков-пограничников. Значит, после окончания, раз попал в пограничные войска, ну, по распределению попал служить в Анапу, курорт. Хотя не было никакого желания там служить, честно говоря. Но 5 лет занимался подготовкой моряков к службе на границе. Ну, пока учился в Владивостоке, полюбил Дальний Восток. Было сильное желание там дальше служить. Поэтому была вот такая договоренность с командованием, что через 5 лет меня отпустят. Я, значит, перевелся служить в Петропавловск-Камчатский. И оставшуюся службу служил на Камчатке. Зона ответственности наша была от острова Варангеля, Чукотское море, Беринговый пролив, Беринговое море, открытая часть Тихого океана, Охотское море. Вот в этих рубежах мы нанесли службу. Служил я на авианосущем корабле ледового класса, потому что службу несли круглосуточно. Назывался корабль «Дунай». Значит, конечно, служба в советский период по охране государственной границы была, можно сказать, коллективная, потому что мы общались с гражданскими судами, которые курсировали вдоль побережья, рыбаками особенно, которые давали информацию, кого видели и так далее. И выявлять нарушителей было значительно проще. Вот. Вот я награжден медалью, вот эта первая медаль называется «За отличие в охране государственной границы». В 1988 году в районе Северный Курил мы осмотрели и выявили нарушение правил промысла на японском траулере. И был наложен штраф, крупная сумма штрафа на японское судно, и за это вот я был награжден медалью за отличие охране государственной границы, так как я был командиром осмотровой группы и высаживался на японское судно.
Но когда наступила перестройка, потом это 90-е годы, конечно, охрана государственной границы превратилась в настоящий кошмар. В каком плане? Вот представьте море, да? Морепродукты, рыбы, крабы, кальмары и так далее. Они выросли сами по себе, правильно? Мы не вкладываем туда ни копейки. Но, получив квоту на определенное количество, допустим, крабов, минтая или еще там, выгодно его продав, мы получаем колоссальную прибыль. И вот тогда, конечно, охранять экономическую зону стало очень-очень сложно. Поэтому потом еще корабли встали, поэтому, к сожалению, в возрасте 37 лет пришлось уволиться, вернуться в родные края. Ну, так получилось. Значит, иногда приходилось выходить за пределы экономической зоны, в открытую часть. Тихо, океана, вот на корабли начали выходить. Вы знаете, есть анадромные породы рыб. Слышали такой, да? Нет? Это вот красная рыба, так называемая. Кижи, щевыща, дьярки и так далее. Эта рыба имеет такую, такую специфику. Она рождается в речках, в реках, потом уходит в океаны и где-то просторы породит. И через 6 лет возвращается на нерест. Туда, где родились, и умирают. Так вот, японцы, они же народ очень грамотный, ушлый, любят морепродукты. А рыба самая такой кондиция, уже набравшая вес, жир и так далее, находится именно вдали от побережья, когда идет на нерест. А по соответствии с международными конвенциями, рыба, которая не вестится на территории какой-то страны, как бы является собственностью этой страны. И поэтому, чтобы пресекать вот это японцев, чтобы не вылавливали нашу рыбу за пределами экономической зоны, наши корабли иногда выходили вот за эти пределы и ловили, задерживали судов. В 1991 году мы один корабль задержал 12 нарушителей государственных границ, нарушителей вот этого правила промысла. Вот такое бывало. Значит, то безобразие, которое творилось, вот Юрий Павлович сказал, и на границе было. Вы знаете, в 1867 году царь Александр II за 100 миллионов долларов продал Аляску, да? Как только продали Аляску, соответственно, что? Подвинул что? Границы, да. И тогда конвенция была, да? Вот здесь граница проходит посередине Берингового пролива, а там посередине есть два острова. Остров Крузенштерна американский и остров Размана наш. Дальше идет вот здесь острова Командорские, Беринга и Медный, а здесь вот заканчивается Аляскинские острова. Здесь посередине тоже граница. И вот так она граница проходила. И где-то дальше вот так граница. Так вот, в 90-м году Шеварднадзе, такой был, помните, да? Министр иностранных дел, ну, естественно, по поручению Горбачева, заключили договор, соглашение, и часть наших территорий уступили, мы слышали, да? Якобы наносил это карты. Вот тогда уже служил в штабе дивизии, это данные. Часть территории вот этих Берингового моря отдали американцам. Так вот, я чему привожу этот пример. Император Александр II всю Аляску продал вместе с Союзскими островами за 100 миллионов долларов. Когда американские компании узнали, что часть морской акватории Берингового моря попадает американцам, американские компании согласны были выложить 100 миллионов долларов за одну квадратную милю. Знаете почему? Да потому что
сейчас знаете, активно разрабатываются морские просторы для подобычи природных ископаемых. Эта зона богата нефтью. Вот такой вывод. Поэтому такие безобразия, к сожалению, происходили в то время. После увольнения в запас устроился преподавателем в сельхозакадемии, потому что вроде молодой, везде еще не хочется. Но так получилось, что работа прошла. 12 лет в общей сложности был заведующий кафедрами. Сначала кафедра механизации животноводства. Да вот видите, как получается. Потом 6 лет деканом факультета промышленного гражданского строительства. 3 года вот, заведующим кафедрой пожарной и производственной безопасности. Защитил диссертацию на соискании ученой степени кандидата технических наук в Челябинске. Получил звание доцента. Я это не то, что хочу хвастаться, просто говорю, хочу сказать вам, молодым детям, если есть знания, если есть желание, если есть трудолюбие, то многого в жизни можно добиться. Поэтому я всегда говорю, раз 28 лет проработал преподавателем, учитесь. Никому не нужны бестолковые специалисты, а нужны грамотные, толковые, инструментные люди. Вот поэтому, как бы сейчас тяжело не было, но вот старшее поколение знает, один из философских принципов, мы развиваемся по спирали, так? На каком-то витке мы выходим на качественный высокий уровень, но на другом уже качестве, так? Мы сейчас находимся на витке, может быть, не совсем. Но пройдет время, ваши знания, ваш опыт пригодится для государства. Поэтому, если детей интересует, как учиться, когда поступить, могу дать консультацию, пожалуйста, пока еще. Но сейчас не работаю, по той простой причине, что у нас же идет оптимизация, минимизация, да? Почему вот был деканом, потом стал заведующим? Потому что когда я последний декан, факультет упразднили, 2 факультета сократили, объединили. Поэтому не стал деканом. Предложили возглавить кафедру пожарной и производственной безопасности. Ну, сейчас сельхозакадемии присоединили куда? Слышали, наверное, да? КГУ. Да, Курганский государственный университет присоединили по просьбе нашего губернатора. И кафедру тоже упразднили. Ну, нагрузку урезали, поэтому я сказал, ну, молодым людям надо работать, а я уже пенсионер, поэтому ушел вот с 1 сентября не работаю. Но, тем не менее, пока еще знания есть, опыт есть, коллеги знают, могу помочь, если есть желание проконсультировать. Вот вкратце о себе и те задачи, которые выполняет пограничник. А так вот, там, где проходят морские рубежи, везде стоят эти морские части пограничных войск. Кстати, когда я служил на корабле, у меня служил моряк Наиль Тимиров, родом из Целинного района. Брачей его живет. Да? Да. Если что, передайте привет. Хорошо. Ну, парень был очень добросовестный, служил очень хорошо. Вот. Вот такой был. Их было у нас, так получилось, что три моряка на одном корабле вместе со мной служили. Один из них из Шумихи, другой из Куркана, вот и Наиль Тимиров. Из Кислянки, да? Вот я в деревню, к сожалению, тогда не обратил, но не знал, что так получится жизнь, вернуться в родные края. Вот. Если есть вопросы, готов ответить. Слово предоставляется старшему мичману Василию Ивановичу Черных. Черныш, простите. Василий Иванович отсутствует. Уважаемые гости, дорогие друзья, свой музыкальный подарок вам дарит Валерий Канунников.
зале присутствуют молодые люди, вот, пожалуйста, вот более, как говорится, воспитанней, да, нас, видимо, морячки, которые здесь выступали перед нами, более старшее поколение, мы гордимся о том, что они до сих пор в строю, молодцы, так отлично выглядят по форме, потому что моя мира действительно у нас постоянно живет. Эта песня, которая сейчас прозвучит, в свое время она остановилась на августе 2000 года в связи с трагедией, со страшной трагедией подлодки «Курск». Ровно 4 года ее не было ни в эфире, ни на каких программах, она нигде не звучала. Но потихоньку потом она вновь ожила. Песня «Там за туманами». Речных катеров сторожевых, село Ленинское, районный центр Ленинское, бригада сторожевых катеров, да.
Горд тем, что мой сын, старший сын, служил в ВМФ морским пехотинцем Каспийской флотилии. Всех приветствую. Большое спасибо. Молодцы. Уважаемые зрители, именно сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Дню моряка-подводника, состоится презентация тематических памятных книг. Представит нам свои работы автор Ольга Юрьевна Корлыкова. Просим на сцену. Стражи границы Куртамышского района, пограничниками боевое братство и являюсь членом Курганского регионального отделения Российского морского собрания. С 2008 года я активно начала собирать материал в истории Куртамышского района. Выпускаю книги, плакаты, альбомы памяти. Мои книги есть в музеях Шурави города Екатеринбурга, в морских исторических музеях городов Мурманск и Северодвинск, в Курганском областном правительственном музее, в морских собраниях городов Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Санкт-Петербурга и других. Печатаюсь в газетах «Куртамышская Нива», во всероссийских газетах «Афганец» и «Граница России». С Илинным районом меня последние два года связывает тесная дружба. Работая вместе с куртамышскими пограничниками, мною выпущены книги о ваших земляках. В книге «Дорога памяти» в первом томе о Викторе Петкове, воине-интернационалисте, пограничнике. Во втором томе этой книги написано о Сергее Кызыма, погиб на таджико-афганской границе, и об Андрее Казачкове, погиб в Чечне. Сейчас заканчиваю работу над третьим томом этой книги. Также в ней будет рассказываться о вашем земляке Галкин Владимир, который погиб 25 лет назад в поселке Лосины, награжден орденом мужества. В январе нынешнего года выпустил альбом памяти «Страницы мужества» о ваших земляках, погибших в специальной военной операции. И буквально сейчас ехали, поступил звонок из Кургана. Готов альбом памяти Дмитрия Тропец, тоже ваш земляк, спецназовец, участник специальной военной операции, значит, о нем отдельно также я выпустила альбом. Меня очень увлекает морская тема. Класс, в котором я работаю, оформлен в морском стиле. Все экспонаты по крупицам дарят знакомые или покупаю, или делаю своими руками. Получился такой морской мини-музей. Оформлены стенды про выпускников школы моряков-подводников. Изготавливаю веселые игрушки морячков, которые каждого заставят улыбнуться. Также у меня в классе хранился несколько лет морской штурвал, изготовленный для памятника морякам. Хотели мы его установить в Куртамыше, но у нас не продвинулось дело. Сейчас передали его в Альменево. На сегодняшний день выпустила следующие свои книги. Ну, тут даже не все. Они все посвящены героям Курганской области, погибшим при исполнении воинского долга, воинам-интернационалистам, воинам, погибшим в Чечне, на острове Даманский, и участникам специальной военной операции на Украине, также морякам-подводникам. Но сегодня мы поговорим о моряках-подводниках, наших земляках и о моих книгах, посвященных им. Книга «В строю героев навечно» написана мной в память о нашем земляке-подводнике из села Жуково Куртамышского района Юрии Печерских. Это итог 9-летней работы по сбору материалов, фотографий о нем. К 40-летию со дня гибели подводной лодки К-8 в Санкт-Петербурге хотели выпустить буклет с фотографиями всех погибших. Но оказалось, что фотографий нашего земляка нет.
ставили черный квадрат, но поиски продолжили. Так вышли на Жуково, где проживали родственники Юрия. В 2012 году, спустя 42 года после аварии, в Жуково произвели захоронение на сельском кладбище капсулы с морской водой с Бискайского залива, где потонула подводная лодка с моряками. Это место и стало местом могилой Юрия Печерских. Юрий воспитывался в многодетной семье, в которой было 8 детей. Судьба его трагична еще и тем, что он был двойняшкой. Его брат утонул 7 лет, когда купался в Усково. Это стало страшным ударом для брата-двойника. А Юрий утонул на подводной лодке в 19 лет. Вот такая страшная судьба двух братьев-близнецов. Матрос Печерских погиб, задраив люки отсеков, чтобы пожар, начавшийся на судне, не добрался до ядерного реактора. Вместе с ним на атомной подводной лодке К-8 погибло 52 моряка-подводника во главе с командиром. До 91 года все было засекречено. Даже родственники не знали, как погиб их сын, их брат. Как погиб их Юрик, как они его называли и сейчас называют. Он был посмертно представлен к награждению орденом мужества. Этот орден вручается либо жене, Юрику было 19 лет, конечно же, он еще был не женат, либо маме. Пока мама была жива, орден так и не был вручен. Шли 51-е сутки боевого дежурства, когда 8 апреля в 22 часа 30 минут на глубине 120 метров на атомной лодке К-8 почти одновременно в двух отсеках, третьем и восьмом, начался пожар. Уже через 6 минут по приказу командира корабля Всеволода Бессонова субмарина всплыла на поверхность. Из-за сильного пожара в восьмом отсеке сработала аварийная защита реакторов. Подводная лодка осталась без хода, связи и электроэнергии. 8 числа погибли 5 человек, в том числе и Юрий Печерских. Юрий Филатович Печерских находился в этот момент в 5-м отсеке и осуществлял слежение за приборами атомного реактора. К утру 9 апреля весь личный состав К-8 из кормовых отсеков был выведен на верхнюю палубу. С собой моряки-подводники сумели вынести тела 15 погибших товарищей. К вечеру 11 апреля командир подводного крейсера принимает решение частично эвакуировать личный состав на суда сопровождения, которые находились поблизости. В 6 часов 20 минут 12 апреля субмарина затонула в Бискайском заливе на глубине 4500 метров. Вплоть до 91 года история гибели К-8 хранилась в тайне. Эта трагедия, ставшая крупнейшей за всю историю военно-морского флота страны, унесла жизни 52 моряков-подводников. Так случилось, что местом гибели матроса Юрия Печерских стал Бискайский залив. Однако теперь мемориальное место есть и в его родном Жукове. Здесь, на местном кладбище, захоронили воду с места гибели подводной лодки К-8. А еще о военном моряке Юрии Печерских, который до конца выполнил свой долг, будут напоминать мемориальные доски на зданиях Жуковского сельсовета и школы, где он учился. И застыла
недвижимой позе. Сколько лет с той поры прошло, и никто о тебе не спросит. Сколько лет с той поры прошло, и никто о тебе не спросит. Сейчас в исполнении друга, одноклассника Юрия Печерских прозвучит песня в исполнении моряка-подводника Владимира Андреевича Микушина. Пожалуйста. Как молоды, подтянуты, красивы, неброскою мужскою красотой пришли подводный флот сыны России, чтоб годы службы мерять глубиной. Служили все они в одной команде и выполнили воинский свой долг. Вот только не увидела больше солнца, но каждый сделал то, что сделать смог. Вот только не увидят больше солнца, но каждый сделал то, что сделать смог. Их 52 красивых и задорных в воде держали за последних сил, но волны оказались все ж проворней, и холод моря сильных поглотил. Пожар в отсеке был и тому причиной, но лодку все спасали до конца, и каждый показал себя мужчиной. От командира лодки до юнца, и каждый показал себя мужчиной. От командира лодки до юнца. Их 52, и мы за них в ответе. Зажжем сегодня 52 свечи, пусть над Бискаем грозный стихнет ветер, а мы одну минуту помолчим. Пусть над Бискаем грозный стихнет ветер, а мы одну минуту помолчим. Пусть над Бискаем грозный стихнет ветер, а мы одну минуту помолчим. Исполнится ровно 40 лет, как на Камчатке, в бухте Саранная, потерпела аварию атомная подводная лодка Тихоокеанского флота К-429, несшая на борту боевые крылатые ракеты, в четвертом отсеке которой погибли 16 подводников, и среди них ученик Долговской школы Куртамышского района капитан-лейтенант Виктор Моисеевич Курочкин.
«Ушедшие без смерти» – так называется книга, которую я выпустила о нем. Посмотрим, каким он был, Виктор Курочкин, командир, у которого все в жизни, казалось бы, было впереди. Родители Виктора Курочкина, Моисей Викторович и Галина Васильевна, приехали в Долговку в 1963 году. Отец был кадровым военным. После службы закончил сельхозинститут. Он работал главным агрономом в колхозе, а Галина Васильевна – главным врачом Долговской больницы. В семье подрастали дети – сын Витя и дочка Оля. Витя учился в Долговке со 2 по 6 класс, с 63 по 67 годы. Учился отлично. В школьном личном деле имеются записи и объявления благодарности за хорошую учебу и отличное поведение, активное участие в общественной работе. Витя в детстве хорошо играл на аккордеоне и играл на нем в школе. Увлекался фотографией. Он был обычным мальчишкой, таким же, как и все его сверстники. Очень любил родителей и с нежностью заботился о своей младшей сестренке. Однажды он попросил собачку, очень ее любил, ухаживал, играл. А когда она случайно выбежала на дорогу и ее сбила машина, то очень переживал, как будто потерял любимого человека. В феврале 67 года семья переехала из Долговки в город Свердловск. Друзья вспоминают, что Витя был добрый, непосредственный, жизнерадостный. В более старшем возрасте бредил морем, поэтому осуществил свою мечту, поступив в Севастопольское высшее военно-морское училище. Был целеустремленный. Все ребята тянулись к Виктору. Он был как-то по-особенному, абсолютно честным и порядочным. Был технически и физически хорошо подготовлен. После 5 лет учебы в 1978 году Витя окончил его с отличием. За неполные 5 лет службы на флоте Виктор неоднократно награждался. В 79 году грамотой за образцовое выполнение воинского долга в период трансарктического подледного плавания. И указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 80 года медалью за боевые заслуги. 24 июня 1983 года в 27 лет трагически оборвалась жизнь капитан-лейтенанта Виктора Моисеевича Курочкина, любимого и любящего сына и брата. Подвиг – это миг, но к нему человек готовится всю свою жизнь. Витя похоронен в Екатеринбурге на мемориальном кладбище, где хоронят героев. Итак, я немножко расскажу об аварии, которая вот случилась 24 июня 83 года. 40 лет как раз в этом году будем отмечать эту трагическую дату. Траур не отмечать, конечно, вспоминать наших моряков. Итак, в одно мгновение вода хлынула в 4-й отсек, и лодка начала тонуть. 4-й отсек затопило почти полностью, почти за 3 минуты. Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек, написано в наставлении по борьбе за живучесть подводных лодок и выделено жирным шрифтом. Оставшиеся в 4-м отсеке моряки, конечно же, могли бы бездумно ринуться в соседний отсек, ища там спасения. Тогда бы и 3-й отсек оказался бы затопленным. Вот почему моряки, оставаясь до конца на месте, спасли 43 человека из смежного отсека. За отведенное судьбой время они сумели в аварийных условиях извести центральный пост об аварии, сбросить аварийную защиту атомного реактора, обесточить отсек, тем самым предотвратив пожар, который мог возникнуть при попадании на эти секции забортной воды. Это был настоящий подвиг. Двое офицеров, командир отсека Виктор Курочкин и Анатолий Петров, пытались вручную закрыть оказавшиеся открытыми запоры системы вентиляции, ключом-трещоткой. Но сделать это им не удалось. Каковы бы сильными ни были человеческие руки, они не способны противостоять гидравлике.
Моряки 4-го отсека погибли, но спасли всех остальных. На борту в этот день находилось два экипажа, 120 человек. Почему два? Один экипаж тот, который держал лодку, стрелять не мог, потому что еще не отработал свои задачи. И второй экипаж, командиром которой был Николай Суворов, был линейным и имел право производить выстрелы. Так трагически оборвалась жизнь 14 моряков. Они, конечно же, были героями. Их должны были представить правительственным наградам. Но до сих пор этого не произошло. Хочется кратко рассказать, что же произошло дальше. В 4-м отсеке находилось не 17 человек, а 14. Трое из них, матросы-ученики, ринулись бежать в смежный отсек. Перепуганные ревом воды, они бежали столь стремительно, что забыли закрыть за собой переборку. И потому следом за ними, укрывшимся в 6-м отсеке, в 5-й отсек тоже хлынула вода. Это помешало самостоятельному всплытию лодки. Находившиеся по боевой тревоге офицеры во главе со своим командиром Суворовым начали искать выход из сложившейся ситуации. Связи с берегом не было. На берегу никто не знал об аварии и не искал подводную лодку. Нужно было спасаться самим. Надо сказать, что подводникам несказанно повезло, что их корабль затонул именно в этом месте. Легли бы на грунт метров 10 всего в сторону, и К-429 сорвалась бы на глубину 500 метров. Было решено поднять двух мичманов через трубу торпедного аппарата на поверхность, чтобы они смогли сообщить о катастрофе и месте нахождения затонувшей лодки. И вот, значит, первыми через торпедный аппарат вышел мичман Мезликин, за ним тем же путем мичман Лесник. Причем у одного из них был нарушен гидрокостюм. Он зацепился, выбираясь из лодки, а температура была воды всего плюс 4 градуса. И когда их через 4 часа обнаружили пограничники, продрогших до костей, то они сначала решили, что перед ними диверсанты. Но, разобравшись, значит, по флоту был объявлен сигнал об аварии. Почти четверо суток длилось спасение экипажа, затонувшее ПЛ. В трех отсеках, которые разместились, 106 человек. Связь осуществлялась перестукиванием кувалдой по корпусу лодки. Каждую вышедшую партию подводников встречали громкими, радостными криками «Ура!». При выходе через торпедный аппарат погибли еще два человека. Особенно отличился мичман Баев, который руководил спасением людей, поднимавшихся через аварийно-спасательный люк. Он последним покинул лодку и сумел закрыть люк, тем самым спас дорогостоящий военный аппарат от затопления. Восстановительный ремонт лодки, который провели после ее поднятия, обошелся казне СССР 300 миллионов рублей. Это в то время, в 83-м году. День выхода на поверхность каждый моряк-подводник считает вторым днем рождения. Хочется добавить, что лодку с погибшими подняли только через 2 месяца. Значимость подвига экипажа К-429 состоит в том, что истерпящие бедствия на глубине 40 метров подводной лодки впервые в мире смогли подняться на поверхность 104 человека. Говорят, этот рекорд, это событие занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Я говорила о дорогостоящем оборудовании, но нет ничего дороже человеческой жизни. Когда я собирала материал по этой аварии, меня поразило то, что в интернете, кроме списков, нету фотографий погибших моряков. Я решила, что люди должны знать своих героев, и занялась их поиском. Мне пришлось зарегистрироваться в более 20 групп моряков-подводников. Конечно же, меня не везде принимали. Я обращалась ко всем с просьбой о предоставлении снимков вот погибших ребят. Также отправляла запросы в школы тех селений, где они жили, сельские советы
переписка была очень долгая. Я везде писала, где только можно. Более полгода шел сбор фотографий. В поиски подключились родственники моряков, их друзья и сослуживцы. Радовались, как дети, каждой найденной фотографии. Матрос Николай Синюков с детства мечтал стать моряком, но он даже не успел сфотографироваться в морской форме. И поэтому я с разрешения его сестры, используя фотошоп, одела его в морскую форму. И вот итог наших поисков. Фотографии 16 погибших подводников, из которых я сделала, ну, как я называю его, буклет памяти К-429. Если вы видите такую картинку в интернете, знайте, что она из деревни Сорокина Куртамышского района. Потому что сейчас я уже смотрю, что этот буклет уже выложен везде. Ну, естественно, не упоминается, откуда это пошло, где начало. Погибшие были родом из Белоруссии, Чувашии, Башкортостана, Бурятской ССР, Ханты-Мансийского автономного округа и других мест нашей необъятной родины. Познакомившись и с другими родственниками, вот собирали фотографии, они, знаете, они как говорят, за соломинку, да, схватились за меня, что... А про наших-то кто вспомнит, кто напишет? Они не награждены, им не... Сделаны мемориальные доски. Одному только. Брат тоже подводник, он добился. Остальным не было. И вот впереди было 35 лет со дня аварии. Ну, год был впереди. И я им предложила, что ну давайте напишем вот обо всех тогда ребятах. Надо еще сказать, что не то, что награды не получили, а тюремное заключение получил командир корабля Николай Суворов. Его помощник Лиховозов был осужден на 6 лет. Суворов пожалел вышестоящего начальника. Его, по его просьбе подписал приказ, ну, как говорят, задним числом. Ему никто не помог. И вот такой вышел итог. Оба отсидели по 3 года и были реабилитированы. По моей книге «Запрещенная память» написана статья журналиста Романа Марьяненко в интернет-газете города Екатеринбурга. Так как в настоящее время родственники Курочкина, его мама жива, ей 92 года, проживают там. И они узнали вот судьбу, трагическую судьбу своего земляка. И по решению фонда Святой Екатерины Свердловской области Виктор Курочкин был посмертно награжден орденом Святой Екатерины. Награда нашла героя спустя 35 лет после гибели. Орден и 200 тысяч рублей вручены его родственникам. 5 лет назад к нам в Куртамыш на урок мужества, который я проводила вместе с ветеранами-подводниками, значит, из морского собрания города Кургана, который сегодня здесь присутствует, нам приезжал из города Сибая, Республики Башкортостан, Сергей Гончаков. Он спасся во время этой аварии. Представляете, какую даль ехал специально на урок ради там часа-полтора. Он приехал с женой, очень, значит, был рад. И рассказал немножко там о себе и об аварии. И он рассказывал, какому давлению они подвергались после аварии. Высшее руководство посчитало, что авария произошла по вине экипажа, и все предпочитали молчать, следуя установке. Русские подлодки не тонут. 40 лет назад подводники с атомной подводной лодки К-429 совершили подвиг. Не каждый человек способен бескорыстно пожертвовать всем, тем более собственной жизнью во имя других людей. Поэтому честь и хвала героям. А слава об их подвигах передается из поколения в поколение, передается через наши книги, передается через рассказы друзей, родных, моряков, подводников, через их песни даже. Пусть память о них хранится в веках. Я бы хотела подарить
свои книги в вашу районную библиотеку вот памяти моряков-подводников. Пожалуйста, кто-то есть? Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Погибших подводников вспоминают в России ежегодно 7 апреля. Эта дата наряду с днем моряка-подводника позволяет еще раз воздать почести и дань уважения тем морякам, кто до конца сражался в бою с противником, и тем, кто ценой собственной жизни спасал своих товарищей в условиях тяжелейших аварийных ситуаций на подводных лодках. В память обо всех погибших моряках-подводниках объявляется минута молчания. Мы начинаем церемонию награждения. Для вручения медалей, почетных грамот и благодарственных писем на сцену приглашается Юрий Павлович Горковенко. Юбилейной медалью 290-летию Тихоокеанского флота награждается Владислав Кузьмич Колесников, член ветеранской организации села Костыгинлов, бывший моряк-подводник. За большой вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи, пропаганду через художественное слово, любви к малой родине, отечеству и семейным ценностям. Выходите, пожалуйста. Владислав Кузьмич пожелал прочитать стихотворение зрителям. Подходите, пожалуйста, к микрофону. Память бывших моряков. За Уралье нет морских просторов. Не шумит прибой морской волной, крутой волной. Здесь, в казахской степи, шире просторы. На лугах трава живой стеной. По асфальту, тропам и дорогам ходят сухопутной стороной моряки, похожие во многом на других людей земли родной. Они форму флотскую сменили на костюм гражданский деловой, но морскую службу не забыли в нашей жизни мирной трудовой. Помнят вахты трудные ночные, океанский без конца простор, и глубины темные, немые, извините, я что-то, ну, видимо, без очков еще я.
А на Волге в тихий час вечерний свет... Свет... Простите, пожалуйста, я тут... Есть книжка у меня в нашей районной библиотеке. И там и стихи выложены, и проза. Если кому есть желание, пожалуйста. Это мы знаем. Библиотека. Спасибо большое, Владислав Кузьмич. Юбилейной медалью, посвященной 290-летию Тихоокеанского флота, награждается Александр Николаевич Шулепов за большой вклад в деле патриотического воспитания молодежи. Бывший моряк Тихоокеанского флота. Тихоокеанского флота награждается Николай Николаевич Крылов, мичман Тихоокеанского флота, член Совета морского собрания. Северного флота награждается Александр Анатольевич Архипов, главный старшина Северного флота. Юбилейной медалью к 320-летию военно-морского флота и благодарственным письмом награждается Татьяна Павловна Куртина. Юбилейной медалью 110 лет подводного флота России награждается Виктор Васильевич Маркин. Почетной грамотой награждается Лидия Дмитриевна Кустова, председатель первичной ветеранской организации села Дулина, за большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи. Почетной грамотой награждается Валентина Александровна Воробьева, председатель первичной ветеранской организации села Устюйское.
За большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи и организацию сбора гуманитарной помощи солдатам СВО. Почетной грамотой награждается Зоя Александровна Ефанова, председатель первичной ветеранской организации села Ситова. Почетной грамотой награждается Нина Александровна Полякова, председатель первичной ветеранской организации села Кислянка. За большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи, организацию сбора гуманитарной помощи солдатам специальной военной операции. Почетной грамотой награждается Виталий Арсентьевич Соломон, директор Косолаповской средней общеобразовательной школы. Благодарственным письмом награждается Нина Михайловна Мельникова, член ветеранской организации села Дулина, за большой вклад в организацию сбора гуманитарной помощи солдатам специальной военной операции. Благодарственным письмом награждается Надежда Анатольевна Ноль, библиотекарь села Дулина, за большой вклад в организацию сбора гуманитарной помощи солдатам специальной военной операции. Благодарственным письмом награждается Людмила Николаевна Козырева, член ветеранской организации села Заманилки, за большой вклад в организацию сбора гуманитарной помощи солдатам специальной военной операции. Спасибо большое, Юрий Павлович. Проходите на свое место, пожалуйста. Слово предоставляется председателю ветеранской первичной организации Целинного округа Татьяне Павловне Хуркиной. Встреча, когда и убеленные сединой наши дети войны, и когда более младшее поколение ветеранов, и, конечно же, наше подрастающее поколение. И сегодня хотелось бы в первую очередь выразить слова благодарности, Юрий Павлович, вам, вашему собранию. Мы поддерживаем всегда тесный контакт. Мы, в отличие от других районов, юбилейными медалями к 115-летию подводников, да, подводного морского флота, мы наградили около 40 человек, в отличие как от других районов, по 4-5 человек наградили. То есть у нас моряков очень много. Спасибо огромное, Ольга Юрьевна, вам. Вот низкий поклон. Это такой титанический труд, это столько вами сделано. Собрать материал на одну книгу – это проблема. Но вы столько выпустили изданий, столько книг, альбомов. Низкий вам поклон. И дай Бог вам крепкого-крепкого здоровья на многие-многие лета. И чтобы вы писали о земляках-зауральцах, прославляя их героические подвиги. И чтобы наши вот подрастающие поколения знали о них. И пусть там кому-то не вручили медали, ордена и так далее, но имена, чтобы этих людей жили в веках. Спасибо огромное собранию, морскому собранию, и
Ольга Юрьевна, от души вам. Подводного и надводного флота. В первую очередь я хотела бы вас поздравить. Праздник-то был совсем недавно. 19 марта праздновали День моряка-подводника. И выразить вот искренний восторг, что ли. Вот для меня, например, очень трудно представить, как в замкнутом маленьком пространстве находиться такому количеству людей и часами, днями, а иногда месяцами, по полгода, я знаю, что вот ребята рассказывали, по полгода они не всплывали, всплывали ночью, там, видимо, глотнуть глоточек воздуха, не видеть солнца, не видеть звезд, не видеть этого голубого неба. Вот огромное вам спасибо, что вот в таких условиях вы несли вахту, вы охраняли нашу Родину, вы охраняли нас. Низкий вам поклон. Спасибо огромное. И позвольте пожелать вам крепкого здоровья. Крепкого здоровья на долгие-долгие годы, чтобы вот этот огонь, который есть сегодня в вас, вы продолжали нести его, продолжали нести молодым людям. Потому что, ну, сегодня поколение, оно воспитывается больше на интернете. А вот такие, как вживую видеть героев нашего времени, это здорово. И, конечно же, я хочу пожелать крепкого семейного благополучия, счастья вам. И, как говорят, наверное, в подводном флоте, желаю вам столько же всплытий, сколько и погружений. Немножко я неправильно сказала. Наоборот. Да? А? Наоборот. На, вот, да, число погружений должно быть таким. Число всплытий. Ну, вот так вот переврала маленько. Сегодня, в общем, здорово, что вы к нам приехали. Спасибо. Я уже сказала, сегодня присутствует у нас, ну, довольно-таки солидного возраста люди, это дети войны. В июне мы проводили большую встречу детей войны, и они вспоминали, как это было. Они были по 3, по 4 годика, по 5 лет. И, конечно же, без сострадания, без каких-то эмоций было очень тяжело. Ну, тяжело сдержать себя, потому что на этих маленькие, хрупкие плечи легло столько тяжести военного великолетия, что выдержать это было невозможно. Многие потеряли своих отцов, которые ушли на фронт и не вернулись. И жили-то тяжело, не поесть, не одеться. И знаю, что когда у нас проходила встреча за круглым столом, были и слезы. Кто-то эмоционально воспринял очень тяжело это все. И по итогам этой встречи, по итогам воспоминаний, вышла книга, которая называется «Дети военной поры Зауралья». Значит, две книги мы уже вручили людям, детям войны, которые, ну, не в состоянии на сегодня быть на этой встрече, и две книги у нас будут вручены позже. Сегодня мы вручаем книги «Дети военной поры» нашим замечательным гостям. Книга, девочки. Так, вот как удобнее, или мне спуститься, или вы поднимитесь? Спуститься, да? Нет, я у детей войны спрашиваю. Нет, спуститесь, не спуститесь. Поднимешь. Не способна не заходить. Все, я согласна. Мои хорошие, пусть эта книга, она будет не просто для вас воспоминанием.
пусть эту книгу прочтут обязательно ваши дети, ваши внуки, может быть, и правнуки. И пусть они знают, что было такое такое время. Вы выжили. Спасибо вам, мои хорошие. Здоровья, крепкого-крепкого. Долголетия вам. Будьте активны. Живите долго. Книга у нас вышла, книга, она называется «Золотое созвездие серебряного возраста». У нас есть первичные ветеранские организации, которые на добровольных началах возглавляют наши председатели. И сегодня бы хотелось вручить книги. Всего у нас вошло в книгу о 4 председателей. Сегодня мы вручаем только 2 книги. Галина Григорьевна Овчинникова из казака Чердыка. Она не смогла, она находится в Кургане на лечении. Вот. И поэтому мы вручаем 2 книги. Ну, одна книга еще мне там тоже написана. Я вручаю только 2. Теперь я всегда откликается на любые начинания, поэтому я очень-очень благодарна, что есть она у нас еще и член президиума. И здесь она есть статья. Поэтому мы вручаем книгу, пусть о себе читает эту книгу. Ну и Басарова Тамара Ивановна. Это моя золотая невеста. Человек, который отвлекается
буквально на любое предложение, на любую инициативу. И всегда принимает участие во всех Ну и поскольку Юрий Павлович, у вас время терпит? Значит, сегодня мы говорим о патриотизме. А с чего начинается патриотизм? Патриотизм начинается вот с малого, с малой родины, со своего дома, со своей семьи. То, что закладывается в семье, то потом и вырастает, и расцветает, и живет в дальнейшей жизни. Ежегодно мы проводим конкурс «Мой сад и двор души отрады». Ну, казалось бы, какое отношение имеет к патриотизму? А имеет. Дело в том, что у нас есть замечательные садоводы, есть замечательные огородники, есть замечательные цветоводы. Вот мы проводили конкурс в этом году по двум номинациям. Это цветовод и в саду либо огороде, то, что вырастили, да? И, конечно же, мы поражались вот той ухоженности, красоте, которая есть и царит у нас в усадьбах. И я-то думаю, здесь и трудолюбие, и эстетическое воспитание, и патриотическое воспитание. И сегодня хотелось бы вот наградить тех, кто у нас стал призерами нашего конкурса и кто стал победителями. Так. Мы предлагаем, прежде чем подвести итоги муниципального конкурса, предоставить слово ребенку войны Нине Ильинарховне Нивиной. Знаменательным событием по поводу этого «Дети войны», стихотворение о детях войны. «Все мы дети войны с искалеченным детством, затаившийся в сердце великой бедой. Мы отцов на войну провожали с оркестром, а назад похоронки несли чередой. Нам досталась судьба не по-детски суровой. Голод, холод, бомбежки и стон матерей, когда плакали мы над убитой коровой, над сгоревшей хатой твоей и моей. Чтобы фронту помочь, мы трудились ночами, не жалели мы сил, не щадили сердца. В 45-м с победой бойцов мы встречали, но не всем довелось снова встретить отца. Что теперь? Молим Бога за детей и за внуков, и за правнуков тоже, чтобы небо шатер был всегда голубой, чтобы не было туч и военных разрывов, чтобы солнце сияло над их головой. Не спешите списывать со счета тех, кто постарел и посидел, кто не знал минуты без работы, никогда без дела не сидел. Кто не ведал юности и детства из-за ненавистной той войны? Ведь они, поближе присмотреться, золотой запас своей страны. И со старых фотографий гордо, молодо и весело глядят сквозь десятилетия и годы, проникает в душу этот взгляд. Их судьба злодейка не щадила. Превратила их мужчин война. И чтоб жить невыносимо было, лишь на них надеялась страна. И они об этом тоже знали, размочив слезами свой кусок, спрятав на душе свои печали, сберегали каждый колосок. Нам у них успеть бы поучиться, нам бы с ними чаще говорить.
Нам бы научиться так трудиться, их гражданский подвиг повторить. Нам на них глядеть не наглядеться, на их лица в сеточках морщин. На кого еще им опереться, если мы им шанса не дадим? Мы наград за это не получим, не о том сегодня речь. Станем человечнее и лучше, если стариков будем беречь. Станем человечнее и лучше, если стариков будем беречь. Спасибо за внимание. Мы продолжаем церемонию награждения. Грамотой за третье место в муниципальном конкурсе «Мой сад и двор души отрада» в номинации «Цветочная радуга» награждается Нина Леонидовна Лисовая. На общее фото. Проходите на центр сцены. Грамотой за третье место в муниципальном конкурсе «Мой сад и двор души отрада» награждается Светлана Александровна Флакина в номинации «Цветочная радуга». Грамотой за второе место в муниципальном конкурсе «Мой сад и двор души отрада» награждается Валентина Ивановна Романова. Также грамотой за второе место в муниципальном конкурсе «Мой сад и двор души отрада» награждается Зинаида Николаевна Еременко. Также Зинаиде Николаевне вручается благодарственное письмо Курганского областного совета ветеранов. За победу в областном смотре конкурсе ветеранского подворья «Наш сад и двор души отрада». Грамотой за первое место в конкурсе награждается Галина Афанасьевна Брудская в номинации «Во саду в огороде». Грамотой победителя муниципального конкурса «Мой сад и двор души отрада» награждаются Сергей и Вера Буда. Галина Афанасьевна Брудская также награждается почетной грамотой Целинного районного совета ветеранов. Почетной грамотой награждается Мария Васильевна Белоглазова, председатель первичной ветеранской организации села Матвеевка, за организацию и проведение конкурса. Почетной грамотой награждается Нина Александровна Полякова, председатель первичной ветеранской организации села Кислянка.
за организацию и проведение конкурса. Грамотой награждается Бахчамал Жумагуловна Букбасарова, председатель первичной ветеранской организации «Села Пески» за организацию и проведение конкурса. Почетной грамотой награждается Татьяна Александровна Бобровникова, бухгалтер Совета ветеранов, за большой вклад в развитие ветеранского движения. Пожалуйста, общее фото. Подходите поближе, чтобы нас всех было видно. Морское собрание и прошу председателей первичных ветеранских организаций и членов президиума, останьтесь, пожалуйста, на 5 минут. Спасибо огромное. Спасибо большое, Татьяна Павловна. А мы еще пока не заканчиваем. Свой музыкальный подарок вам дарит Сергей Лайков. Подожди, послушаем Серегу. Красиво держат строй и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой единою судьбой мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синее. Плечом к плечу идут российские войска, и путь военная дорога нелегка. Мы будем верою и правдою служить России. Бесстрашие атак, восприм русский флаг, и добро вновь, и наши песни. А коль придет беда, с собою мы тогда отчизну заслоним, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и держим строй, и вместе с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и эти мы сильны, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синее. Плечом к плечу идут российские войска, и тут военная дорога нелегка. Мы будем верой и правдой.
На этом наше торжественное мероприятие подошло к концу. Огромная просьба ко всем присутствующим морякам-подводникам задержаться немножечко в зале. А со всеми остальными мы прощаемся. До новых встреч!